соответствии с законодательством, начисление оплаты за отопление по индивидуальным показаниям производится, если в доме, который оборудован общедомовым прибором учета, все жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой энергии, поясняет в инспекции государственного жилищного надзора. Но только в ситуации, в случае, если эти приборы учета введены в эксплуатацию. Процедура подробно описана в 354-х правилах, которые утверждены постановлением правительства. Для этого человеку необходимо оформить заявку на ввод прибора учета в эксплуатацию, приложить соответствующие документы, в частности паспорт на этот прибор учета, и обратиться к исполнителю коммунальной услуги. И исполнитель, соответственно, должен произвести ввод прибора учета в эксплуатацию. Если исполнитель коммунальной услуги уклоняется от этого, правила предусматривают, что прибор учета считается введенным в эксплуатацию в течение месяца с момента, когда заявка была направлена исполнителю. Что делать, если кто-то из жильцов отказывается заниматься своими приборами учета? Необходимо на общем собрании, наверное, каким-то образом объяснить этому человеку, что необходимо ввести прибор учета в эксплуатацию. Законодатель предусмотрел это условие, то есть там четко написано, что все приборы учета должны быть оборудованы, и эти приборы учета должны быть введены в эксплуатацию. Только в этой ситуации начисление будет производиться по показаниям индивидуальных приборов учета. Если приборы учета тепла во всех, без исключения помещениях дома, введены в эксплуатацию, а начисления идут не по их показаниям, это является нарушением законодательства. В этом случае жильцы имеют право обратиться в инспекцию государственного жилищного надзора для проведения проверки.